Глава государства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался отсутствия президента Беларуси на мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Вы задаете этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях? Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И каким-то быть, знаете, как тут точнее бы определить, подпевалой каким-то я тоже не собираюсь быть ни у одного президента, ни у другого. Поэтому вот этот вопрос, почему там нет Лукашенко, это задать надо Януковичу этот вопрос. Что касается таких козлов, как Барозу и прочее, ну кто такой Барозу? Ну, был какой-то Барозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то. Поэтому я на это меньше всего смотрю, что там где-то вякнул какой-то европейский чиновник. Их там тысячу. А самое главное, ну, наверное, мне здесь проще. Вы это видите и знаете, что для меня это святые дни, тем более... Действительно, в святые дни, это Пасха и так далее. В эти дни я всегда бываю здесь. Я обещал это лет, наверное, 13 тому назад. Светлана откроет архивы и посмотрит, что я всегда буду приезжать на эту землю. А потом сказал, я не просто буду приезжать, я рядом поселюсь и буду жить. Там тоже, вот Чернобыльский район и так далее. Вы знаете, где я живу здесь целую неделю практически. Поэтому я и в очередной раз приехал сюда. Кто-то там, я только что сказал, да, может быть удобнее прийти, веночек возложить и поехать. А мне надо работать, я должен видеть своими глазами, что еще надо здесь сделать. И если я сюда перестану ездить, здесь вот, как и тогда было, я помню, когда я стал пацаном еще президентом, я сюда приезжал, люди растеряются. Я сегодня задал губернатору вопрос. Сколько в Наровле живет людей? 8200. А когда Лукашенко первый раз приехал, 4000. Вот было тогда и сейчас. А в лучшие времена чуть больше 10. То есть мы уже практически здесь выровняли, как лучшие советские времена населения. Мы что, их сгоняли сюда? Нет. Мой был принцип. Не трогайте людей, пусть они определяются. Вот это моя работа.